сейчас все ребята, подожди, пройдут. Да, сейчас просто команда полностью Нижегородского торпеда проходит в раздевалку, чтобы никому не мешать. Василий Атанасов после второго отрезка. Василий, ну давайте разбираться. Первый период привели хорошо, отличились в том числе и вы. Что помешало во втором отрезке сыграть так же хорошо и так же результативно? Да, во втором периоде тоже моменты были, надо было реализовывать. И немножко отошли мы от своей игры. Надо дальше продолжать гнуть свою линию, играть быстрый пас, высокие скорости, не выключать ноги. И результаты будут продолжаться. Вот даже первая пропущенная шайба, там ошибка в средней зоне, насколько вы даже видели, да, как Максим убегал. Такие моменты, они от чего возникают? Да, это, от этого не уйти всегда, и бывают такие моменты. Главное не вешать нос и продолжать играть в свой хоккей дальше. Формула на третий период ваша лично? Наша торпедовская игра. Быстрый пас, быстрые ноги, не выключаться до конца в каждом моменте. Спасибо большое, удачи, спасибо огромное.